Другим темам. Совет Безопасности ООН начинает работу над новой резолюцией по Северной Корее в ответ на проведенные там ядерные испытания. Дипломаты решительно осудили действия КНДР, отметив, что Пхеньян нарушил 4 предыдущих резолюции Совбеза. Теперь вопрос, какие именно меры будут приняты. Постпред нашей страны при ООН Виталий Чуркин заявил, что реакция должна быть хладнокровной и пропорциональной.